выступление Пушкарь FM понравилось. Ну да. Ну вот сегодня будем смотреть новое. Тусоваться сегодня опять до утра будет. Как обычно. Готов тусоваться до утра? Конечно. Есть что сказать? Да нет. Нет. У него, как всегда, сказать нечего. Не, ну смешно, не смешно, но очки у вас получаются одинаковые. А мы сейчас ждем нашего товарища. Должен подъехать. Поехал. Не знаешь? Не гни ее так. Что, не видно его там? Пока что не видно. Что-то он у нас пропал. Ну что, на остановку? Говорю, на остановку. Ну пойдем, да. Так, ты как, на нем прям поедешь, да, туда? Разве ты что-то другое ожидал? Что мы идем обыграть не в центре дороги. Да, что мы идем по дороге. Ну, в принципе, мы камешковские, нам-то нормально. Сейчас что-нибудь споем, да? За барную стойку, господа. Думаешь? Конечно. Чтобы мне говорить громче, а пипку кричать, я если что подумаю. Мой бойкот, я так подумал. Эй, вот так вот, вот в том доме меня слышат в пятиэтажке? Эй! Ядрёного... Можешь парочку успеть? Тебе какую акустику? Ну вот и эксклюзив. Да ну, хуя, не, а лучше, конечно, опустили. Нет, в смысле... Петя на сцене, да. А мы здесь. Петя! Все, Петя. А ты, Урупа, Петя, мы здесь. Да. Я буду Петя шпить. Давай, Семен. Легенда. Друзья, все на свете знают Петю. Ой, привет, ребята и девчонки. Неожиданно оказался на сцене. Абсолютно не предполагал, что здесь окажусь. И пока что мы, вы спокойно пейте и ешьте, мы пока что еще пытаемся подстроиться. Друзья мои, я, ну, мне бежать некуда и скрываться не от кого. Есть некоторые пока что просто такие наброски. Напоминая о вечной заботе, по нему как и тема, плывут облака. В темной плывут по реке. В темной воде отражаются звезды. Напоминая о вечной заботе, по нему как и тема, плывут облака. В темной плывут по реке. В темной воде отражаются звезды. Напоминая о вечной заботе.
Аплодисменты. Петяну. Ведь так неожиданно и, в общем, никакой песни-то, в общем, спета-то и не было. Еще раз Петяну аплодисменты. Ребята, давайте погромче. Да ладно, делай на живу. И то, что было набело, откроется потом. Мой рок-н-ролл — это не цель, и даже не средство. И новое, а заново. Один день об одном. Дорога мой дом. Это не ты. Это не место. Пусть все снова готов. И практик ты меня не ждешь. Начни и ветры принесу тебе проводку. Значит, пусть без ответа лишь только отблески рассвета того, где ты меня не ждёшь. Пиздяйство. Опа, у нас еще пишется, оказывается. Да ладно. Да. Привет. Сергей, ты молодец, ты поешь, и это здорово.
Соседи, да, ругаются. Да? У них есть ружья с солью. С ними, а потом они разберутся еще с кем-нибудь. Ребят, давайте последние песни по домам. Все от той же груди провода, все того же знак самолета. Девушки в глазами самого сильного льда, мы под огнем пулемета. Лишь мы проснулись с тобой в одной постели, скоро рассвет. Ты на дне, лишь поверни, ты полетел. Там он в огонь сидит, мужик какой-то. Надо было первую дверь-то проверять. Открывай, что ты? А мы, блин, как эти. Надо ж было уйти подальше и проверить. Закрывай, все. Закрыл? Щелочка. И закрываю щелочку. Все. Пошли. Конечно. Давай в следующий раз аккуратнее. Не выбивай у меня телефон из рук. Да задрали они. Просто я, знаешь, почему предлагал идти. Слушай, ну здесь все такие. Ну пойдем. Нет, давай не пойдем далеко. Давай назад наоборот. Вот сюда куда-нибудь сядем. Вот на эту сторону. Да. Вот, давай вот к запотевшему окну, чтоб нас хуже видно было.
тем, кто нас смотрит, да, кто будет путешествовать, типа как мы, вот вам лайфхак. Дверь рядом с кабиной машиниста, обычно открыта в электричке, то есть она не под, как это назвать, двери открываются и закрываются легко руками. В прошлый раз мы точно так же в электричку попали. Здесь, по крайней мере, можно спокойно посидеть, в отличие от вокзала, здесь темно, ничего не мешает. Мы проверяли все двери, да, мы в первую сразу не ткнулись. И смотрим, там в последнем вагоне сидит мужик. Логично было предположить, что это именно та дверь. Мы ее единственным не проверяли. И оп, и она открылась. Так что пользуйтесь такими привилегиями. От РЖД.